Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы играем с вами в тревожную игру под названием «Никто не живет под маяком», ну или «Под маяком никто не живет». Слышите эту музыку? Черт подери, как она давит на меня. Я ощущаю лавкрафтский ужас. Надеюсь, вы тоже. Кто читал Лавкрафта? Я всем советую, это просто муа. Сдается мне, эта игра вдохновлена недавним фильмом «Маяк», в котором снимался Уильям Дефо и Роберт Паттинсон. Кто смотрел этот фильм? Очень крутой, мне очень понравилось, как там все сделано, и сам по себе фильм крутой. В свою очередь, тот фильм очень похож на фильм, который был в 2017 году, который назывался «Атлантида», в нашем русском переводе, а так он назывался «Холодная кожа», который, в свою очередь, сделан был по книге. Не помню автора, к сожалению. Такое будет. Что-то стрёмное, связанное с какими-то рептилоидами лавкрафтовскими. Наверное, что-то в таком духе будет. Как вы видите, графика крутая очень. Как раз-таки под хоррор. И у нас сейчас, видимо, начинается неделя таких вот игр в стиле ретро, Siren Head и вот эта игра. Давайте начнем играть в нее. Мне очень интересно, что же это такое будет. А сейчас в рамках нашей с Максом инициативы «Поддержи малого», где мы оказываем бесплатную информационную поддержку российским предпринимателям, я бы хотел осветить три компании. Первая — SD Production. Ребята занимаются фото-видеосъемкой и монтажом и работают в Сергиевом Посаде и Москве. Сейчас вы можете видеть их работы на экране. Ребята написали про себя, что на рынке они уже 4 года и работают индивидуально с каждым клиентом. Номер два — кафе «Гулливер». Два брата занимаются кондитерской выпечкой и владеют небольшим кафе «Гулливер» в городе Староду. На период самоизоляции занимаются бесплатной доставкой по району. И номер три. Компания «Альп Проект». Ребята занимаются промышленным альпинизмом. Осуществляют фасадные, монтажные, кровельные работы, герметизация швов. Работают и с физическими, и с юридическими лицами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все ссылки на ребят, о которых я сейчас вам рассказал, находятся в описании. Если вы или кто-то из ваших знакомых нуждается в подобных услугах, то обращайтесь к ним. Ну а если вы предприниматель или самозанятый гражданин России, то оставляйте информацию о своем предприятии у нас на сайте, ссылка будет в описании. И мы постараемся оказать информационную поддержку и вам. Друзья, благодарю вас, что не пропустили этот блог, так как я считаю, что это очень важно. Ну а мы приступаем теперь к видео. Я наткнулся на нее, глядя на других летсплееров, и подумал, а что это я... Я же обычно всегда у всех тырю идеи, поэтому почему бы не стырить и эту? Так, мы можем выйти из маяка. А, нет, мы зашли в какую-то каморку. Интересно. Что? Я по ней стучу? Мы можем еще приближать. Вот. Окей, мы наполнили канистру. Знаете, как забавно? Сразу без каких-либо там заданий, типа, вот, ты здесь. Что делать? Не знаю, сам реши. Но, я так понимаю, мы смотритель маяка. И мы занимаемся своей обычной работой. Мы наливаем масло, канистру, или что это, бензин, не знаю, что мы там наливаем. Да ладно, вы не вот сюда постучали? Это было неприятно. Он был здесь всегда? Его здесь не было. Блин. Ох, блин. Можно отсюда нафиг выйти? Нет. Это смотритель маяка. Я вижу по фуражке. Уильям Дефо? Блин. Короче, психодел начинается, я понял. Что со стенами? Они странные. У них как будто текстуры меняются. И все на таким удлиненным, вытянутым. Сейчас мы в рельеф придем, по-любому. Окей. Мы просто не с той ноги встали. У нас сегодня плохое настроение. И видится всякое. Да, мы слышали историю о том, что... Погодите. Я должен войти в роль. И слышали мы историю о том, что тот, кто работал до нас здесь, просто бесследно исчез. Но, мне кажется, он просто спятил и покончил с собой. Такое бывает, когда ты в изоляции находишь долгое время. Но мы не такой. У нас есть планы, у нас есть цели. Вон там дом, где я живу. У нас есть амбиции. Мы поработаем всего лишь 3 месяца на этом маяке. Заработаем достаточно денег, я куплю себе
Я куплю себе лодку и буду рыбачить. Буду ловить креветок. Назову компанию Боба Гамп. Ну, вы поняли. Послушаю свою любимую пластинку. Ах, замечательно. Так, хорошо, его даже задержать. Мы поднимаем этот груз, который там на мешках висел. Для чего? Мне правда нравится, как сделано здесь все. Тут ничего не объясняется. Ты просто делай, внедряйся в игру сам. Эй, стоять. Присесть мы тоже не можем. И прыгать не можем. Ну ладно, вот он груз. А, я так понимаю, маяк начинает работать таким образом. Он крутится. Все. Мы столько всего нового узнаем про работу маяка. Вот. Но нам необходимо зажечь. То, что только что было, можно было активировать, по-моему. Смотрите, вот. Маслица. Куда подлить-то? Маяк не светится. О, вот красота. Я здесь всего неделю. И все диву даюсь. Какой прекрасный вид. К этому невозможно привыкнуть. К этому невозможно охладеть. Есть в этом какая-то романтика. Вам не понять, вы не живете на маяке. Нам бы, конечно, его как-то включить. Я живу неделю и до сих пор не знаю, как работает этот сукин сын. Ни разу не включил его за все время. Ладно, стоп. Давайте, ладно, пойдем вниз, что ли. Я думаю, нам надо подождать, пока маяк остановится, перестанет крутиться, и тогда мы сможем его зажечь. Быстрее, пожалуйста, мешочки. И мы, кстати, даже выйти вроде как не можем, да, пока еще с маяка. Да, пока мы его не запустим. Хорошо, пойдемте наверх. Жалко, что бежать нельзя. Эти звуки, я прям чувствую, что я нахожусь здесь. На этом маяке. Давай, шустрее, черт. Единственное, что меня выводит из себя, так это... этот монотонный стук шестеренок. Как он выводит. И поэтому я часто выхожу просто наверх, чтобы его не слышать. А, еще громче. Вот. Здесь можно немножко расслабиться. Я смотрю на Луну, и мне кажется, что она смотрит на меня. Как будто она хочет со мной заговорить. Я прислушиваюсь, и сквозь вот этот шум ветра морского я слышу... знаете, отчетливо, как будто бы слышу... Евгений... Но я сразу прихожу в себя, мне кажется, что это просто моя фантазия играет. У меня она богатая, богатая... Когда ж ты закончишь, маяк? Боже ж мой. Благо за все это время, что я не догадался, как включить маяк, ни от моего корабля мимо не прошло. Ну или прошло, но я не видел, темно же. И прошло ли? Это очень долго. На самом деле, часть меня мечтает отсюда свалить как можно скорее. Просто эти силуэты во тьме. Знаете... как я сказал, воображение у меня... я, может быть, и беден, но воображение у меня очень богатое. Хотелось бы, конечно, чтобы было наоборот. Именно поэтому я работаю на маяке. Такому парню, как я, негде добыть денег. У меня нету такого, значит, богатого наследства. У меня ничего не было. Я сирота. И... нет образования, нет особых навыков, поэтому для меня многие дороги закрыты. Но я не лишен смекалки. Поэтому я просто сейчас поработаю 3 месяца, заработаю достаточно. Вернусь домой.
Куплю лодку. Прекрасно. И ни от кого не буду зависеть. Это жизнь, о которой мечтают многие. Я не понял. Ты до сих пор спускаешься? Вообще-то я изначально подумал, что ты просто исчезла, и маяк сам крутится, но... Все дело в атмосфере этого места, этого маленького острова. Тут время летит, с одной стороны, незаметно, но с другой стороны, оно растягивается, как стены в подвале. Ты идешь, а они вытягиваются. Очень странное ощущение. Ладно, давайте просто ждать, когда эта чертова груда мешков спустится вниз, чтобы я мог наконец-таки нормально все сделать. Давайте сюда, что ли, пойдем посмотрим, что здесь. Может, что появилось, интересно? В принципе, я уже ничего не могу сделать. Если я спущусь... Он все еще здесь. Ладно. Просто, вы понимаете, преломление света и теней обеспечивает такое вот реалистичное изображение предыдущего смотрителя. Слушайте, оно не хочет опускаться. Оно начинается заново. Ха-ха-ха-ха-ха! Ах, зря я нашел ту кладовку со спиртным. Зря. Не пройдет и утро без того, чтобы я слегка, знаете... Но это между нами. Это между нами, друзья. Ведь нам регламентом запрещено употреблять спиртное. Я просто клянусь, я видел, как оно спустилось уже до этого уровня. Как вот эти грузы. Но... Нет. Я жду. Мешочек. Я никуда не тороплюсь. У меня полно времени здесь. Как-никак я один на маяке. На 3 гребаных месяца. Не вздумай шутить со мной, мешок. Я знаю, ты не один мешок здесь висишь. Но я говорю с главным. Не подстать мне говорить со всяким отребьем. Кто из вас главный, а, мешок? Ты мешок? Значит, я буду говорить с тобой. У тебя есть одна работа. Простая. Висеть на веревке. И все. Да чего же красиво здесь. Есть в этом своя романтика, и вам не понять. Городские ребятишки. Скорее. Ладно, я думаю, он сейчас уже спустится сам. Сам-то справишься, мешок. Надеюсь. Пора залить эту штуку. Перестаньте. Шестеренки. У вас... Только одна работа! Я знаю, что меня успокоит. Как здесь прикольно. Как хорошо жить на маяке. Я не понимаю, мешок. Ты и твои друзья до сих пор не спустились? Вы спустились. Вот оно значит как. Хорошо. Тогда почему? Я вас спрашиваю, друзья, почему? Механизм до сих пор... Работает! Ладно. Как ты можешь? Как ты можешь? Как вы можете?
Нет. Это неправильно. Мешок. Все, ты дождался. Я напишу рапорт. Пойдете в подвал, пообщаемся. Совета спросим. Вы, мистер, бывший смотритель, Уильям Дефо. Вы сталкивались с такой проблемой, чтобы механизм работал, когда мешки опустились. А когда вы вот выходите из помещения и входите, мешки опять наверху и спускаются. Но вы готовы поклясться. Поклясться! Что они опустились у вас на глазах. Как вы решали эту проблему? Выпивкой? Отлично! Давайте выпьем за вас. Куда пошел? Да что ж такое? Какой масляный вкус у этой выпивки. Тишина? Неужели? Выпустите меня! Не могу! Я дождусь, сегодня или нет. Не торопись, мешок. У меня предостаточно времени. Мне нравится работать смотрителем маяка. Осталось всего пару месяцев, и я заработаю достаточно денег и куплю лодку для ловли креветок. Потом я запишу пластинку и стану мега-рок-звездой. Такой план, такой план у меня. Времени предостаточно. Я побрился и подкрасил бороду. Здесь есть барбершоп. Внизу, в подвале, хорошо стригут бороды и красят. Как мне нравится. Давай, мешочек. Давай. 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 Замечательно. Но механизм работает. Что он от меня хочет? Что ты от меня хочешь, маяк? Что ты? Заткнись. Бах. Что? Что это? Что-то было. О! Надо было просто залить. Нормально. Поверьте, так каждый грёбаный день. Да чего красиво на острове. Погас. Предыдущий смотритель исчез. Полагаю, сбежал на лодке, оставил свой пост, сучий пес. Да, это я рассказываю вам. Это моя предыстория. Я часто ее вижу из окна. Теперь на острове нет никого. Я вижу из окна свою предысторию. Судя по виду, ты знаешь, что тебе предстоит, не так ли? Я говорил сам себе. Ты должен зажигать лампу маяка вечером и поддерживать ее в рабочем состоянии до самого рассвета. И еще ты должен поддерживать все в чистоте, в особенности линзу маяка. Да. Управление вскоре найдет тебе помощника, а я вернусь сюда через неделю. Удачи. Не сойди с ума от одиночества. Ха-х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 а.
Он общается с самым психически уравновешенным человеком. Он даже оскорбил меня. Пока, Бобби Билли Джонс. Но он не вернулся через неделю, вы же понимаете. А я не сошел с ума. Он не вернулся, а я не сошел с ума. Может, пошли, шайки? Ненавижу вас. Пошли. Пошли. Мой остров. Ага, это шлюпка. Хорошо. И кто? Почему-то мне никто не решил устроить экскурсию. Ну что за... Вот... Вот заюзаешь Airbnb, и вот тебе попадается кот в мешке. Я хотел пятизвездочный отель на красивом острове. Хорошо. Маяк направо, налево. Телега. Окей. Побежали. Посмотрим все владения наши. Когда я заработаю достаточно денег, я выкуплю этот остров. И организую на нем пятизвездочный отель. Здесь люди будут чувствовать себя прекрасно. Так, царапины, да? Это царапины на дереве. Это не к добру. Кто бы их поцарапать не мог, а? Кто бы поцарапал эти царапины? Это просто рельеф, судя по всему. Его начало. Приемная. Как Бобби Билли Джонс на этой шлюпке собирается доплыть до материка? Я не знаю. Не завидую я ему. О, отхожие. Да? Здесь мы можем вдохновляться. О, молоток и гвозди. Молоток и гвозди. Мои любимые инструменты. И лопата. И веревка. Все есть для хорошего времяпровождения. И просто отличного досуга. Вот, собственно, дом. Мой. Мой дом. Да. Какой хороший. Смотрите. Там было что-то. О, сатану изгонять. Это мое любимое. Мое любимое занятие. Ключ. О, смотрите. Это я. Неплохо выгляжу. Неплохо. Часы тикают. Ну, вот немножко, немножко раздражает. Это я прочитал молитву, судя по всему. Сюда чемодан, конечно, да. И значит, я с собой взял жетончик подарочный. Потом на холодильничек себе повешу, он на магнитике. Все. Все, что мне нужно на острове в целом. Больше ничего не надо. О, что это? А, конечно же это. Это шкура лежит, да, мягкая, теплая. Это печка, мы можем здесь готовить. Кто-то уже мне кусок мяса оставил и похлебку сделал. Предусмотрительно. Все-таки сервис есть, на уровне, на уровне. А куда вставить жетончик, чтобы начать игру? О, понятно. Сюда я должен жетончик вставить. Да. Надо будет еще три найти. Это квест. Здесь предусмотрен квест. Чертовски интересно. Вы слышите это? Гул. Какой-то странный гул. Ладно, пойдемте наверх. Здесь... Опять полтергейст. На всякий случай, изыди. Но здесь я буду вдохновляться. В конце концов, я человек творческий. И только здесь я могу родить. В прямом смысле... Чудо творчества. Я думаю... О, вот это, да, это надо подмести. Это была не шкура медведя, просто грязь. Время пойти на маяк, осмотреть такие его. Первый день, друзья. Ах, новое ощущение. Вдохните поглубже ветер, принесенный Посейдоном с моря. Хорошо. 3 месяца и креветочки сочные. О, мешочки. Я чувствую, мы с вами подружимся. Есть у меня такое предчувствие. Собственно. Ах,
приятный звук. Вот оно. Вот она, лампочка, да будет свет. Закрыт, закрыт подвал, к сожалению. Где же наша каниструшка? Каниструшка. Непонятно. Мешочки. Итак, прекрасный вид. Все нормально. Просто чайка пролетела. Жужжащим звуком таким, как спикировала. Как камикадзе прям. А, механизм. Чувствую... О, что за пластинка? О, они прям знали. Прям знали, что мне понравится музон. Прекрасно. Пойдемте наверх. Дивное место. Сюда нужно будет залить, судя по всему, маслица. О! Чайки разорались нынче, а? Все-таки надо где-то найти канистру. Что же там пролетело мимо окна? Какая-то толстая чайка, да? Ну, не знаю. Просто чайка. Они такие, они сумасшедшие. Обожрались рыбы. Тухлой. Наверное. Иногда ветер, он дует, он так резонирует со скалами. Создается такой глухой бас. Такой... Если вы тоже его слышите, значит, вы со мной на маяке. Давайте немножко подышим свежим воздухом, посмотрим на красивые виды. Насладимся свободой, одиночеством и тишиной.